Всем привет, друзья! С вами ваш Мангуст, а это значит, что настало время для хорошей РПшечки по Farming Simulator 17. Прошли ровно сутки с того момента, как мы приехали сюда, в деревню Керосиновку, и как мы забрали трактор, который подарила нам бабушка. Ребят, серия получилась там апопическая, кто не смотрел, обязательно посмотрите. Трактор стоит уже у меня во дворе. Вот такой вот красивый дворик у меня. Смотрите, какая вообще красота. Какое небо прям приятное. Погода замечательная. Сегодня мы поедем забирать наш еще один подарок, потому что трактор мне, как бы получилось, должна была подарить бабушка, но там Петрович кое-что сделал. В общем, он забрал этот трактор раньше, ЮМЗ-шечку, и починил его. В общем, теперь он заводится, выглядит нормально. То есть не так, как раньше. То есть раньше он был вообще убитый в хлам. Поэтому я доволен, я счастлив. Реакция просто была очень бурная. Антошка, ребят, уже куда-то гулять умандохал. В общем, вообще жесть. В первый же день он там просто... Ну, молодец. Ну, чё, обычный такой подросток. Вот, я думаю, как многие из вас. Мы съездили, уже успели на озеро съездить, шашлычки пожарить. В общем, ребят, знаете, вот на самом деле был очень такой продуктивный день. И сейчас я взял вот этот трактор. Кстати, какой красавчик. То есть все работает здесь. Все едет, все движется, все крутится. Теперь он работает. Можно даже смотреть, вот эту ПТС-очку прицепить. И будет просто бомба. На самом деле, вот чем мне нравится фарминг, вот этой всей советской техникой. Просто это очень, ребята, очень круто. И как всегда я вас попрошу, потому что вы, ребят, стараетесь. Я знаю, что топите за канал, ребят. Обязательно. Те, кто не ставит лайки, вот сейчас я вас попрошу, обязательно ставьте. Ну а те, кто ставит, все красавцы, ребята. Вот, так что вы поняли. Обязательно ставьте лайки и пишите, ребята, несколько комментариев. Вот я прошу вас писать интересное. Пишите несколько. Сейчас посмотрим. Тут Петрович дома, нет? Так, непонятно. Ну ладно. Думал, может, что увижу здесь. Непонятно. Так, едем мы, ребята, сейчас к бабушке. Забирать сеялку. Вот, там у внучки еще надо с внучкой пообщаться тоже. Поэтому, ребята, пишите сразу несколько комментариев разных, это очень помогает в продвижении видео, уже, в принципе, доказано. Вот, поэтому, ребята, обязательно поддержите меня. Так, мы сейчас едем к бабуле на этом замечательном тракторе. Так, ну что, я, наверное, не буду, наверное, туда заезжать. Хотя, как это не буду, мне же все равно сеялку. Сеялку, так, забирать. Так, давайте заглушим. Ну что, пойдемте, ребята, к внучке подойдем. Это бабушкина внучка, сейчас мы с ней поговорим. Привет. Привет. Как дела? Все хорошо. А бабушка дома? Не, бабушка в гости пошла. Я чё приехал-то? Можно сеялку забрать? Какую сеялку? А мне бабушка обещала отдать ее вашу старую, от деда еще осталась сеялка. А, это? Ну слушай, подожди, а ты нам картошку посадить не поможешь? Ну, в принципе, если сеялка работает, то, наверное, помогу. О, будет очень хорошо. А чё, а мне кому больше помочь? Ну а кто нам еще поможет? Ну ладно, давайте, в принципе, помогу. Спасибо большое. Да не за что, в принципе, мы тут часто бабушке помогаем. Ну все, давайте, пока. Пока. Так, друзья мои, в общем, все понятно. Значит, сейчас будем помогать сеять картошку бабушки. Ну, в принципе, это мне уже не впервой. Давайте, садимся за ЮМЗ-шечку. Сейчас зацепим сеялку. Кто не видел, сейчас ее увидит. Кстати, сеялка вообще бабическая, такая советская, знаете. Я, на самом деле, таких вообще никогда не видел. И как она вообще работает, я не понимаю. Ну, вместе мы сегодня, ребят, это все увидим. Так, давайте сейчас подъезжаем назад вот так вот аккуратненько. Сейчас будем выходить еще. Оп, вот так вот. Сюда подъезжаем. И идем цеплять ее. Так, аккуратненько, как здесь. Оп, вот так вот все есть. Смотрите. Вот такая сеялка. Вот это я не понял, что такое. Какие-то железки непонятные, но похоже на самом деле на сидушки. Здесь вот такая емкость, видите, под картошку насыпать сидушки какие-то. Круги. Вообще жесть. Я, ребят, пока в сеялках не. Особо, тем более в таких старых советских. Но вот вижу здесь, смотрите, здесь вот типа плуги такие, плуг, да, вот. Делает такую канавку, в которую падает картошка, в принципе, да, вот, да, прикольненько. На самом деле, очень прикольно выглядит. Посмотрим в работе. Так, сейчас отъезжаем. Ребят, теперь самое интересное. Теперь где нам взять картошку? Потому что хрен его не знает. Ехать на какую-то базу тоже непонятно. Сейчас вот выезжаем вот тут вот аккуратненько. Тут у бабушки такое место, на самом деле, опасненькое. Так, 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 так. Аккуратно, 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 чтобы... Так, пропускаем тут, если... О, кто-то едет. Петрович, походу, слушайте. О, точно Петрович. Оп. Стой, 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 Петрович. Стой. Ч
Чё ты не остановился? Ёлки-палки. Не узнал, что ли? Ну, поехали, ладно. Чё, поехали за Петровичем? Поехали. Сейчас у него спросим. В принципе, я так думаю, что, может, у него что-то есть. Почему нет? Он же тоже как бы картошку сеет, да? Наверняка у него что-то может остаться. Так, только чё он не остановился-то, а? Так, кури, главное, не подавить здесь аккуратно. Сидорович, здорово тебе. Сидит все, наблюдает. Петрович, ну ты куда там побежал-то? Алло. Алло, я к тебе приехал. Друганчик твой приехал. Здоровки, Петрович. Ну, здорово. Ты что, не останавливаешься-то? Не узнаешь, что ли? Да, что я останавливаться буду? Ну, поговорить там, все дела там, узнать, как дела. Нужно будет, заедешь. Вот ты какой, а. А вот мне как раз и нужно. Вот я к тебе ехал, не просто так. А что нужно? А вот смотри, что я забрал, пойдем покажу. Трактор вроде, кстати, работает, да, нормально. Понял. Да, видишь, сел какая советских времен, такая еще ржавенькая. Я ж видел. Ну, кстати, тут слой краски, посмотри, просто бешеный. Ее просто заливали краской. Вообще, в СССР-то краски с достатком. В общем, у меня такая просьба. Попросила меня внучка посадить картошку, им же некому помочь. Вот, и нужно это, как его, картошечку, я не знаю, там, для посадки. Есть у тебя что-нибудь осталось? Ага, понял. Ну да, конечно, осталось. Все, добро. А где? Куда подъехать? Поехали. Что-то за тобой, да? Да. Все, давайте. Я тут курей тебе немножко подавил. На суп сойдет. Куда? Обратно. Да я вот, смотри, вот так вот пропускаю. Ой, блин, они же там это сзади-то. Ой-ой-ой. Смотри, смотри. Опа. Оп. Смотри, залезла как. Ничего себе, ребят, смотрите-ка. Вот это курица. Так, петух тут бегает, петух красавчик какой прям. Так, аккуратненько. Блин, ну на самом деле они бешеные у тебя какие-то. Все, я не буду за ними смотреть, пусть сами отпрыгивают. Так, а вот картофанчик. Так, сейчас подъезжаем назад. Вот сюда вот. Так, вот так. Ну что, давайте смотреть, ребят. Вот картошечка у нас, смотрите, какая. Вот, замечательно. Петрович, ну что, руками или лопата есть какая-нибудь? Не, ну ты грузи, а я пошел. Ты куда? Блин, ну понятно, как всегда. Так, ребят, ну что, я буду тогда один руками грузить. Можете помочь мне. Можете помочь в виде лайкосов, ребят. Не забывайте обязательно. Ставь лайк и пиши несколько комментариев. Вот. Кстати, несколько комментариев вам помогает даже больше шансов попасть в следующий ролик. Поэтому пишите сразу несколько комментов. 2 hours later. Фух, друзья, капец, я устал грузить эту картошку собственными руками. Всю сеялку забил. Петрович мне так и не помог. Куда-то, короче, свалил, ушел. А вон он, походу. Ну-ка, пойдемте посмотрим, что он там делает. А, Петрович, в туалете. Слышь, ты в туалете, что? Да, скрутило что-то живот. Ну, понятно, короче, отлынивает от работы. Ладно, не будем тебя там смущать. А ты что, дверь открыл, воняет, что ли? Она не закрывает. Я понял. Мне кажется, чтобы не задохнуться просто, вот и все. Ладно, давай, удачи. Давай. Чтоб тебя там, смотри, чтобы унитаз не смыло. Ребят, блин, ну деревенский туалет, это, конечно, вообще жесть. Там же бывает, можно и провалиться, куда не надо. Ладно, ну что, весело, конечно, в деревне. Вот. На самом деле, деревенский туалет прикольный, но зимой вот холодновато. Я как в деревне был, конечно, вот это минус, наверное, чтобы, особенно ночью, когда что-нибудь захочется, приспичит, и ты на морозе, блин, вот этот деревенский туалет, это вообще жесть какая-то. Ну что, поехали, давайте Петрович немножко напугаем вот так вот, чтобы хорошо пошло, как говорится. И поехали, ребят, помогать бабуле и внученьке. Кстати, благо здесь вот деревня такая, на самом деле... Вот если карту открыть, смотрите, здесь вот деревня такая, Керосиновка, она в центре находится, видите, такой небольшой тут Керосиновка как раз деревня, и еще Мишина, вот, да, Мишина, кстати, она называется. Ну, прикольные такие две деревушечки, они находятся в центре, а вся вот эта движуха, инфраструктура находится по, так сказать, этим, по краям. Там и город у нас находится, как раз мы с Антошкой куда приезжали. Вот, там все находится, поэтому все замечательно здесь у нас получается. И в город можно смотаться, считай, и на какие-то производства. Так что вот так вот все у нас здесь обустроено. Кстати, эта карта мне тоже очень нравится, вот как Курай. Вот мои любимые три карты меня спрашивают. Мои любимые карты это Курай,
Керосиновка и Сибагроком. Мне они очень-очень нравятся. Ну что, давайте приступать. Смотрите, вот такое у нас поле. В серии были, когда мы пахали это поле. Да, пахало, конечно, вообще жесть как. Потом мы это все дело навозом. Навоз, кстати, даже должен где-то остаться. Да, вот он, навоз. Смотрите, мы бабули на... сочный. Хоть ложкой ешь, да? Вот, все это мы дело засыпали, так что можно сеять. Вообще, когда мы, помню, в деревне сажали картошку, давайте включаем. Опа! Впереди копы. Смотри, что здесь творится. Ничего себе, смотрите, тут два таких человечка. Ну, конечно, да, это, конечно, может быть непонятно, что за люди, но выглядят очень прикольно. Такие наемные, так сказать, алкаши, знаете, пришли это... Пришли картошку посеять. Ну что, давайте немножко, знаете, тут скорость должна быть определенная. Я так понял, тут порядка 3 км в час, поэтому сейчас вот так вот мы настроим, даже можно 4. Потому что если сделать слишком большую скорость, мне кажется, ребята просто не успеют закидывать картофанчик сюда. Видите, здесь так интересно крутится. Вот эта штука, блин, работает вообще прикольно. Вот кто создал гениальное решение. Классненько, так. Есть. Все, здесь поднимаем наших мужичков. Сдаем назад. Я не знаю, может быть, даже все поле не будем засеивать. Сейчас посмотрим. Потому что зачем бабушке на самом деле столько много? Кстати, смотрите, деньги на счет пришли на Сбер. Кто-то что-то перевел. Наверное, какой-то донатик такой пришел. Так, едем дальше. Едем дальше. Все засеиваем. Сколько здесь на скидку интересно вот соток, вот так вот огородик. Ну, если по уровню трактора, то мне кажется, где-то соток 6, наверное, да, получается. Так, ты не буксуешь? Нормально, звуки такие интересные. Все старенькое такое, все что-то механически тут движется. Вот это трактор UMZ 6, ну, КЛ, получается, колесный, да, 6, UMZ 6. Колесный, наверное, КЛ, да? Как-то так расшифровывается. Ну вот, кстати, меня спрашивают многие, там, вот, какой трактор тебе нравится, там, МТЗ, там, ХТЗ, там, еще какие-то кировцы, да? На самом деле, мне нравится вся советская... О, кстати, Петрович подъехал, смотрите. Нравится вся советская техника. Но вот если брать из старых, вот таких вот совсем, да, вот, UMZ или МТЗ. Вот, кстати, мне МТЗ очень, не знаю, вот, нравится. И UMZ очень нравится. Но вот выбрать из них, допустим, наверное, UMZ все-таки как-то поприятнее, что ли, выглядит. Просто вот так вот. Но если брать там 80-ку, да, если брать МТЗ 80 и UMZ вот этот 6, то, наверное, все-таки как бы МТЗ для меня более... Ой, МТЗ, господи, UMZ вот как-то поинтереснее выглядит. Ребята, а вы что думаете? Напишите в комментариях. Так, работнички наши ждут. Ну, кстати, чем картошку сеять прикольно, а такими полосами получается очень необычно. Мы как вот в деревне сажали картошку. Вот, это я помню, потому что я летом всегда был в деревне у бабушки. И как... Ох, вот, смотрите, здесь что-то мы с вами пропустили. Ну и ладно, видим. А, не, все засеялось. И как все это происходило? Мы собирались, брали там... еду, ну потому что это надолго как бы, а сажали обычно не около дома, а куда-то там нужно ехать, ну как поля были там или что-то такое типа, ну это вручную все, я даже не знаю сколько соток там по идее, ну точно больше 6, потому что вот у меня сейчас допустим дача 6 соток, а там я явно помню, что больше, ну даже когда я приезжаю туда, я помню, что там эти побольше все-таки поля вот эти, такие, ну как поля, такие мини-огородики, знаете, раньше выдавали. И вот мы лопаты, ведра с навозом, а что еще там? Ну да, лопаты, ведра с навозом и просто ведра для картошки. И получается, ты берешь, лопатой копаешь лунку, туда кладешь картофелину, обычно там разрезанную или что-то такое. Вот, и туда кладешь картофелину и навоз. И все это дело засыпаешь. Потом через какое-то время все тяпками окучиваешь. Ну, конечно, работы на самом деле очень много. Но все это делалось быстро. Потому что это все делалось, как бы, знаете, вся семья собиралась. Поэтому все это делалось быстро и весело. Так, вот не знаю, тот уголок доделывать или пусть будет. Даже не знаю. В принципе, там, мне кажется, все-таки картошки для бабушки реально много. Пусть там часть... Тем более там около дома. Мне кажется, пусть лучше будет
под какие-нибудь... Так, а вот здесь, смотрите, вот видите, не прошло. Так, халтурите, мужики. Чё не сеем? Халтурят что-то. Вот, там потому что около дома неудобно, на самом деле, на тракторе, во-первых, разворачиваться. А во-вторых, ну пусть у ней будет небольшой такой, знаете, участок там под огурцы, под редиску. Ой, кстати, редиску обожаю, прям, не знаю, прям редиска мне нравится. Огурцы тоже, конечно, must have вообще классные. Но вот что-то редиска тоже прям обожаю. Еще люблю всегда горох, помню, мне садили горох. Горох тоже классная вообще вещь. Ну, все, что с огорода, на самом деле, очень круто. Так, ну что, сколько мы тут уже засеяли, нормально так. Навозик, навозик пропадает. Картошка будет хорошенькая, ребят. Картошка прям будет классная. У бабушки вырастет. Так, едем дальше. Ну, что встал-то? Я думал, мощности что-то не хватило. Конечно, где-то я пропускаю. Вот видите, где-то немножко не сеет. И мужики халтурят еще не всегда, видимо, закидывают. Но трактор, ребят, как-то на самом деле непонятно работает. Вот я сейчас еду, как-то он своеобразно так. Не знаю, то ли мне так кажется, то ли я давно просто на тракторах не ездил. Ну, как-то непонятно. Такое чувство, что он какой-то... Что-то Петрович не так сделал. Так, давайте, поехали дальше. О, Петрович подъехал как раз. Так, поехали, поехали сеять. Оп-оп-оп. Вот, слушайте, какой-то звук не такой, я что-то не понимаю. То ли это сеялка, то ли что, непонятно. Опа. Видали? Вот, просто взял и заглох. Ты реально что-то с трактором непонятное. Блин, Петрович, походу, не полностью его сделал. Какая-то беда с ним. Жесть, и что, как вот мне сейчас его заведу? Ну-ка. Вот видите, он начинает заводиться. И все. Заводится немножко. Ну, родной. Блин, не схватывает что-то. Какая-то беда. Жесть. Блин, так и не досеял бабушки. Ну ладно, сейчас Петрович-то вроде где-то. Петрович, что за фигня? Что-то... Чё... А где мужики? Так убежали. Капец, блин. Ну чуть-чуть просто работа остановилась. Ну, понятно. Пьющие люди, это, ребят, дело ненадежное, знаете, им на бутылку дашь, они сразу свалят. Да что-то это, непонятно, я вот слышал звук какой-то странный, как будто сейчас заглохнет, знаешь, как будто, не знаю, как будто троит или что-то непонятное такое. И вот сейчас ехал-ехал, просто заглох и не заводится. Короче, в ремонт надо, походу. Надо будет его отсюда тягать и куда-нибудь в ремонт нормальный. Ну или посмотреть, может, что простое такое, может, где что не докрутил. А что, я ничего не делал. Ничего, ну ты же как-то его восстановил, он же тоже не заводился. Да, я ничего не восстанавливал. А что ты, как, кто делал? Я не знаю, я поехал. Мастера? Опять поехал, блин. Петрович, опять. Куда ты поехал-то, алло? Надо вытаскивать что его такое? Будет. Я его не делал. А кто делал-то? Я не знаю. Ну понятно, ладно. Каким-то мастерам, видимо, отдал. Ну сейчас она на тракторе приедет. Да нет, это понятно, мы сейчас это... Это понятно, мы еще вытаскивать будем. Смотрите, как он здесь тоже хорошо сидит в земле. Так что, ну, бабушки не досеяли, конечно. Ну, досеем, ребят, обязательно. Вот, ну, тут что-то с трактором реально случилось. Надо будет проверять. Но все-таки он старый такой, как бы. Ну, сейчас под шаманим, я думаю, нормально будет. Вот, поэтому, ребят, вот такая вот сегодня получилась у нас серия. Прикольная, на самом деле, получилась. И мы, считай, помогли. И вот тут ситуации такие случились, да. И, в принципе, вообще. Надеюсь, вы... Оцените видос в комментариях, напишите что-нибудь интересненькое и обязательно поставите лайк и подпишитесь на канал. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока. С вами был ваш Мангуст и Петрович. До скорых встреч.